пожалуйста. Твою, пожалуйста, так, да? Буквально. Значит, у нас такое издание, которое любит задавать звездам вопросы не просто о их творчестве, но и о чем-то серьезном. Политика, экономика. Именно ваше мнение интересно, понимаете, а не профессиональных там экономистов и политиков. Давайте вот как бы то, что сейчас всех людей волнует. Рубль падает, доллар растет, кризис. А как вы выживаете? У вас тоже есть какие-то проблемы, я вижу. Ну, как вам сказать, все-таки в стране у нас расплачиваются рублями, поэтому пока все нормально. Пока особо это не чувствуется, но... Мне кажется, что большинство артистов все-таки это люди мира, или, по крайней мере, стремящиеся к этому, поэтому мы не настолько привязаны, да, к работа-дом-работа. Именно поэтому мы можем временами, особенно часто, быть за границей. Да, чувствуется, что какие-то у нас там, может быть, неполадки, но так как я, собственно говоря, из Украины, я стараюсь вообще не включать новости никакие. Единственный способ – это работать и зарабатывать деньги. Поэтому, как бы ни падал рубль, это печально, но надо больше работать, значит, лучше песни писать.